проходит ваша адаптация в клубе, в стране, в городе? Есть какие-то вещи, которые вам очень здесь нравятся, а что-то, может быть, еще удивляет? Adaptation in the team is going quite well. Нормально проходит адаптация и в команде, и касаемо жизни в Москве, в России. Очень нравится город. Удивил апрель своей погодой. Не ожидал ни в коем случае, что 16 апреля навалит снега. Поэтому единственное, что немножко выбило, конечно, из колеи. А в целом все хорошо. Когда вы приходили в команду, какие цели для вас обозначали, какие вы сами цели видели на этот сезон, и скорректировались ли они сейчас по прошествии нескольких матчей? Задача остается прежней, это как можно больше помочь своей команде и добиться поставленных перед нами целей. Это зона Еврокубков, в оптимальной, конечно, Лига Чемпионов, если нет, то, конечно, Лига Европы. У нас еще впереди 6 игр, знаю, что будет непросто, но, в принципе, считаю, что реально еще достичь этих целей. Черевченко сказал, что если попадет команда в Лигу Чемпионов, оденет смокинг. У вас есть мечта увидеть Черевченко в конце сезона в смокинге? Конечно, да. Я думаю, у всей команды есть такая мечта. Мы к ней идем, стремимся и приложим максимум усилий, чтобы стать чемпионом. Потому что когда, как они сейчас, бороться за чемпионство? Вы открывали счет своим голам в предыдущих клубах довольно быстро. У вас нет никакой нервозности в связи с этим, с Локомотивом? Yes, I feel very nervous. Ну, конечно же, нервничаю, но нервозность – это не негативный характер носит, а наоборот, она заводит меня и заставляет больше работать. И надеюсь, что забив первый свой гол, за ним уже дальше пойдут следующие, как цепная реакция будет. И надеюсь, что в воскресенье, в ближайшее, у меня получится открыть свой счет в Локомотиве.